В глухом сибирском селе ждут прибытия сотрудников Роскосмоса. Агентство пообещало дать ответ, что же свалилось едва ли не на голову местных жителей. Пока что все подозрения вокруг спутника Меридиан. Он не вышел на орбиту в декабре, и вроде бы все ясно. Но интрига сохраняется, ведь официально упавшие с неба узлы пока не опознаны. Лейла Ахмедова за странном предмете о тех, кто его охраняет. Жители села Отрадненское пошли в лес деревья присмотреть, на стройматериалы или дрова, а нашли что-то необычное. Оно лежало здесь, прямо посреди поля. Этот знак свыше люди сочли добрым. Ведь если предмет действительно упал с небес на землю, то приземлиться он мог куда угодно. Хорошо, что угодил сюда, на пустырь, а не на крышу дома, например. Ведь такое уже было. Вроде дом, вроде вагончик. Но поближе подъехали, вот эта штука лежит. Оказалось, это скорее не дом, а средство передвижения. Космическое. Лесозаготовители поторопились махину погрузить в автомобиль. С габаритами справились легко, вчетвером, и привезти ее к себе на склад. НЛО вроде не похоже на него. Думаем, что это да, ступень от ракеты. Нет, материал-то земной. Но. Знакомые напугали. Предмет может быть радиоактивным, поэтому на помощь заготовщики леса позвали МЧС и полицию. Сотрудники ведомств в первую очередь осмотрели находку рентгенметром. Выдвинулся состав дежурной смены к месту, произвели замеры, и уровень радиации в пределах естественного радиационного фона. В селе тут же вспомнили, еще в декабре прошлого года они слышали грохот. Примерно в это время действительно произошло ЧП. Спутник «Меридиан» так и не вышел на орбиту. Его осколки рассыпались по всей Новосибирской области. Один из них приземлился на крышу дома в Ордынском районе. После такого вторжения хозяевам пришлось сделать срочный ремонт. В Отрадненском не исключают, загадочный объект мог попасть к ним и земным путем. След был какой-то машины или, я не знаю, какой-то техники, но рядом проходило что-то. Топливный бак баллистической ракеты, часть «Меридиана», космический зонд. Сегодня каких только версий не было. Представители Роскосмоса сделали предварительные выводы. Этот предмет к их работе отношения не имеет. По предварительной оценке, найденный объект не имеет отношения к ракетно-космической технике. Окончательный вывод можно будет сделать после проведения специалистами подробного изучения предмета. Сейчас неопознанный объект передали на хранение в полицию. Здесь, среди вещественных доказательств, в основном ржавых труб, ведер и машин. Под камерами наблюдений он в безопасности. Стражи порядка необычному вещдоку не удивились. Рядом Казахстан, обломки падают регулярно, но чтобы так близко к населенному пункту, такое впервые. Кажется, что он тяжелый. Мне просто я поражен то, что я думал, очень тяжелый. Но он вот, я спокойно стою, его качаю. Если бы это был какой-то такой сталь, так мы его, чугун, мы бы его не сдвинули вообще даже с места. Так. Уже связались с Роскосмосом, там пообещали, в ближайшее время в город прибудет сотрудник агентства фрагмент опознать. Ну а если хозяин так и не объявится, никто не расстроится. Здесь уже давно придумали, как применить в хозяйстве космический мусор. Как рассказали местные жители, бассейн для домашних птиц или лопаты для уборки снега из такого материала получаются отличные. Лейла Ахмедова, Максим Путинцев, Виталий Кончуков, Максим Безбородов. 5-й канал, Новосибирская область.